которая выдается специалистами по тем или иным проектным решениям. Поэтому в детали уходить не будем. Я вас заверяю, что дом будет восстановлен и подъезд будет восстановлен с соблюдением всех, без исключения, до запятой, строительных нормативов. Все это пройдет через государственную экспертизу. И ни малейшей угрозы для обрушения дома в последующем, для какого-то дискомфорта для вас, как для проживающих, не будет. Можете в этом не сомневаться.